В Актобе посетителей ресторана пришлось выпроваживать бойцам СОБРа. Теперь гостям придется заплатить по 83 тысячи тенге штрафа за нарушение режима карантина. Простите. Появление полиции и бойцов спецотряда быстрого реагирования застало посетителей и персонал врасплох. Судя по видео, девушки из числа гостей недовольны и спорят с полицейскими, но вечер им все равно пришлось завершить. Санврачи обещают выписать штрафы и посетителям, и владельцу ресторана, тем более, что нарушений несколько. В их числе работа заведения после 12 ночи, курение кальяна, который уже давно под запретом, и электронных сигарет.